Первый положительный момент, что мы никто не получил травму. 7 полевых игроков плюс Критюк отыграли 90 минут, что для нас тоже было важно. Но сложилось, что у них удалили игрока где-то за 10 минут до конца, пенальти дали, мы повели в счете. И, ну, конечно, лучше было бы сыграть 11 на 11, но арбитры до игры предупредили, что если будет удаление, оно будет. То есть они будут судить как официальный матч. Вот. Но для нас даже эта ситуация, в принципе, была положительной, потому что мы часто в чемпионате играем позиционную атаку. И, ну, мы 10-х атаковали сегодня, создали достаточно моментов. Плохо, что мы не забили во втором тайме, но и пропустили несколько опасных контратак. Вот. Ну, а в целом, еще раз повторю, было бы лучше, если бы мы сыграли 11 на 11. Но раз так сложилось, в общем, оцениваем также игру, ну, положительно, потому что создали достаточно много моментов, и, в принципе, играя еще в равных составах, мы, пропустив, вышли вперед.